24 августа в Заурале состоится единый день голосования за Долматовский Успенский монастырь на проекте «Россия-10». Всех жителей области, которым не безразлична судьба Зауральской святыни, призывают отправить в этот день с 10 до 18 часов как можно больше СМС с текстом 52-52-52 через пробел на номер 1880 и тем самым приблизить наш памятник архитектуры к выходу в финал. На сегодняшний день Свято-Успенский мужской монастырь занимает 19-ю строчку. Всего за него отдано свыше 407 тысяч голосов. Итоги конкурса «Россия-10» подведут в сентябре, и у Курганской области еще есть время войти в десятку лидеров.